Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня 27 мая 2019 года. Мы с вами на Днестре. Сейчас пока запрет, вы знаете, но на одно удилище ловить можно. Поэтому мы, как с вами, законопослушные граждане своей страны, это правило нарушать не будем. Поэтому я сюда приехал. Здесь у нас будет проходить батл с моим оппонентом по Fish Dream 2019. Это турнир по фидерной ловле. Ну, наше место где-то вот там примерно. Но я приехал сюда, место тут занято, ну, неважно. Попробовать посмотреть, что ловится, как ловится, на что ловится. Вот. И в рамках турнира, вы знаете, по Fish Dream можно использовать только прикормку Fish Dream. Вот я взял чеснок карась, классический фидер, две пачки чеснок карась. И сейчас размешаю ее. Она уже чувствует запах. Сухой, а уже пахнет чесноком. Замешаю и попробую половить. Также буду использовать калифорнийского червя, друзья. Такой червь интересный мне подогнал мой подписчик канала «Все для клёва». Спасибо Денису. Буду пробовать на опарыш, манка, кукуруза. В общем, все варианты, которые возможны, чтобы дать достойный ответ своему оппоненту на турнире. В процессе рыбалки буду использовать удилище Кайда Better AF. Это пикерное удилище до 60 грамм. И катушка Select 3000 шпулей. Вот, она с низкопрофильной шпулей. Вот, поэтому нормально вылетает. Но в принципе далеко мне кидать не нужно, потому как течение очень серьезное. И дальше там 10-15 метров смысла кидать вообще нет. Потому как несет. Если раньше здесь было до воды где-то около метра, сантиметров 70, то тут она, вот, смотрите, уже близко, то есть прямо возле помоста. Что, друзья, первый подлещик, смотрите, козлик. Ну, друзья, забивается трава, капец просто. На шнур цепляется. Да, думаю, что во время соревнований это будет проблемой. Очистка шнура от травы. Поменял кормушку, даже поставил 90 грамм. Друзья, заливает, заливает, смотрите.
Да, друзья, воды нам было очень много за сегодняшний день. Вот это все было сухое. Вот здесь вот я шел, было сухо, чтобы вы понимали. Вот этой лужи не было. Это все нагнала за сегодня. Вот за время моей рыбалки. Грубо говоря, 5 часов. Вы поняли? Так что не знаю, что будет завтра, а тем более послезавтра, когда у нас будет батл. Вот этой воды не было. Это все нанесло, друзья.